Доброе утро, подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы с вами приготовим гречневую кашу. Берем гречку. Обращайте внимание при покупке на дату расфасовки. Берем ядрицу, высший сорт. Насыпаем в кофемолку. Пересыпаем в емкость. Еще немножко. Гречку необходимо промыть. Промываем третий раз. Наливаем водички. Где-то один к одному. И ставим на плиту. Водичка закипает. Убавляем огонь на шестерку и помешиваем. Долго варить мы ее не будем, из-за того, что мы ее перемололи. Она очень быстро приготовится. Я думаю, на все про все уйдет минут 15. Кашу я убавлю на четверочку. Накрою крышкой. Пусть варится. А тем временем приготовим с вами чай. Я уже поставила чай. Вода закипела. Я достала вот такой чай. У меня есть зеленый. Буду добавлять его. И где-то была веточка зверобоя. Вот у меня есть ветка зверобоя, зеленый чай и веточка мяты. Сейчас мы все сюда добавим. Так. Много зверобоя нельзя класть. Одной веточки, я думаю, достаточно. Заливаем кипятком. Предварительно я уже обдала чайник кипяточком. Я так всегда делаю. Ой, какой аромат пошел трав. Кто любит чай? Приятно чай пить. Для тех, кто любит чай. Жалко, камера не передает аромат мяты.
Посмотрим, что тут с нашей кашей. Все хорошо. Перемешиваем. Ничего не подгорело. Кашка разваривается. Нужно убавить еще на двоечку. И накрыть крышкой. Прошло еще 7 минут. Гречку мы посолим. А в гречку я не добавляю молоко, потому что мне кажется, железо, которое содержится в крупе, не сочетается с кальцием молока. Не знаю. Знающие люди, поправьте меня. Итак, добавляем немножко соли. Перемешиваем. Накрываем крышечкой. И оставляем еще потомиться на минутки две. Наша каша готова. Накладываем по тарелочкам. Такую кашку у меня с удовольствием съедят еще и животные. Приятного аппетита и всем пока!